Всем снова привет! Продолжаем учить управление. Сегодняшнее слово. Aufhören mit Dativ. Заканчивать что-то, прекращать что-то. Примеры. Ich höre mit meinem Studium auf. Я заканчиваю свое обучение, прекращаю. Warum hörst du mit diesem Projekt auf? Почему ты прекращаешь этот проект? Wir müssen endlich mit dem Streit aufhören. Мы должны наконец-то закончить эту ссору. А теперь вспоминаем вчерашний урок грамматики и смотрим новые примеры. Hör endlich damit auf. Прекрати уже это. Прекрати уже заниматься этим. Womit soll ich aufhören? Что я должен прекратить? Если вы не совсем понимаете вот эти womit и damit, то вам сюда по ссылке и смотрим вчерашний урок грамматики. А на этом на сегодня все. Пока!